Клей Ultima – холодная сварка. Клей «Холодная сварка Ultima» – надежное решение для бытового и экстренного ремонта. В линейке представлено три продукта. Универсальный клей для бытового ремонта, универсальный клей в белом цвете для незаметного склеивания и ремонта светлых поверхностей, термостойкий клей для эксплуатации при температуре до 250 градусов Цельсия. Отлетел кафель, протекает канистра, труба дала течь. Универсальный клей «Холодная сварка Ultima» – лучшее решение для быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации, восстановления утраченных фрагментов. Клей на основе эпоксидной смолы «Холодная сварка» представляет собой пластичную массу, готовую к применению, которая состоит из двух компонентов. Используйте перчатки для защиты рук. Зачистите поверхность наждачной бумагой. Обезжирьте поверхность. Отрежьте небольшое количество клея. Тщательно смешайте массу до образования однородного цвета. Нанесите приготовленный клей на ремонтируемую поверхность. Начальное схватывание через 10 минут. Через 1-1,5 часа соединение набирает прочность. Через 24 часа изделие можно подвергать механической обработке и нагрузке. Универсальный клей «Холодная сварка Ultima» – простое, надежное и быстрое решение для мелкого бытового ремонта. Протекает бак с водой? Устраните протечку при помощи универсального клея «Холодная сварка Ultima». Используйте перчатки для защиты рук. Тщательно смешайте массу до образования однородного цвета. Нанесите универсальный клей «Холодная сварка Ultima» прямо на место протечки. Результат – надежный ремонт и герметизация даже на влажных и замасленных поверхностях. Ultima – холодная сварка. Простота использования, прочный шов по доступной цене для сантехников и автомехаников, мелкого бытового ремонта, герметизации и ликвидации протечек.